Сегодня день космонавтики. Для нашей страны праздник особый. Именно наш соотечественник первым покорил космическое пространство. Полет Юрия Гагарина – результат огромного труда сотен тысяч людей и предмет искренней гордости для многих поколений. Далее в нашей программе приветствие с Международной космической станции. Сегодня 12 апреля. Россия и весь мир отмечают День космонавтики. Мы, россияне, особенно гордимся этим днем. Ведь в этот день полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин. Он открыл человечеству дорогу к звездам. В честь Дня космонавтики по всей стране проходит всероссийская акция «Волонтерский космический забег», которая популяризирует здоровый образ жизни и, конечно, российскую космонавтику. К акции присоединился и наш регион. Сейчас идет подготовка к тематическому квесту для молодежи. Он состоится вечером в районах и областном центре. Участникам предстоит попробовать себя в роли космонавтов и ученых и в игровой форме познакомиться с историей освоения космоса. Например, кто была первая женщина космонавтом, да, ну, такие основные, которые каждый человек должен знать. И если вдруг в команде кто-то об этом не знает, то он об этом узнает от другого человека, который ответит на этот вопрос. Кроме того, ребята поучаствуют в забеге на дистанцию 1957 метров. Это число означает официальное начало космической эры человечества. Именно 60 лет назад был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Сегодня космонавты проводят все более сложные научные исследования и несут постоянную вахту на орбитальных станциях. Желаю вам удачи и побед. Подними голову, и звезды станут ближе. Борт инженер 51-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Новицкий.